Большой путь всегда начинается с первого шага, утверждали древние, а успех – это результат вложенных усилий. Он никогда не приходит просто так в один прекрасный день и не сваливается, как снег на голову. Это хорошо знают герои нашей программы. Именно поэтому они успешны. А нам интересно узнавать, как складывалась их жизнь, каким был путь в профессию, каковы их взгляды и принципы. Смотрите от первого лица «Избранное» – калейдоскоп историй, суждений, мнений, вопросов и ответов. Помните, как в гоголевской женитьбе? Если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича, я бы тотчас же решилась. Если слепить образ воображаемый, успешной, благополучной страны, то такая страна, на ваш взгляд, это та страна, где законы как? Ну, вот я прежде чем ответить как, я хочу сказать, что идеализировать, допустим, ситуацию в других странах не нужно. Там, нет, мы не про это. Там тоже очень много бюрократии, я понимаю. Но законы, я думаю, наверное, все-таки как в Китае на сегодняшний момент. А их исполнение, да, наверное, их исполнение. У нас есть как бы такие большие хорошие примеры, там и Гонконг, и Сингапур, и даже, наверное, и Южная Корея, и где-то Германия. Я думаю, что здесь примеров достаточно. Пример. Ну вот адаптировать эти системы, прямо так принести нашу страну, наверное, это невозможно. Я не про нашу, Михаил Трофимович, я про воображаемую, да, идеальную. Да. Промышленное производство в такой стране как? Ну, я думаю, Германия, Япония, может быть, еще Южная Корея. Вот они сегодня находятся на подъеме, стабильно работают. И это уже продолжается. Хотя они тоже подвержены там и кризисам, и жестким каким-то. Но вот организация там наиболее, наверное, такая подходящая для нас. Сельское хозяйство как? Сельское хозяйство, я думаю, можно взять в пример штат, Соединенные Штаты, но без ГМО. Вот. Генномодифицированных продуктов. И я думаю, что в качестве примера можно было бы посмотреть и Польшу. Пенсионная система? Пенсионная система, я думаю, СССР и, наверное, Япония. Дороги как? Германия. Здравоохранение? Я думаю, наверное, Куба и Израиль. Образование? Образование, я думаю, что у многих ностальгии, в том числе у меня, это объективно, что все-таки в СССР. У нас была одна из лучших образовательных систем. Не зря ее взяли на вооружение многие страны. Возвращаемся в Россию, которая, как известно, правопреемница Советского Союза и которую умом не понять и аршинным общим, похоже, не измерить. Действительно ли у нас свой особый путь или нам так нравится про себя думать? Ну, продолжая вот слова Федора Ивановича Тютчева, знаменитого нашего дипломата и поэта, я думаю, до сих пор пока актуальны его высказывания, что умом действительно Россию не понять, а шином в общем не измерить, в ней особенной стать. В Россию нужно только верить. Ну и действовать нужно. Вы считаете, что страна еще не утратила дух возможностей? Я думаю, нет. Потенциал большой. И важно им сегодня вовремя распорядиться и помочь людям этот потенциал использовать. То есть создать хорошую систему хозяйствования, да, управления в стране, создать самодостаточную экономику и тем самым обеспечить безопасность и нашего общества, и страны в целом. Вы когда-нибудь задавались целью посчитать, сколько всего в городе было построено с вашим участием? Вы знаете, я с 80-го года
работаю в городе строителем после окончания Московского инженерно-строительного института имени Куйбышева. И стремился к этой профессии, можно сказать, всю свою жизнь. И, ходя на работу, я каждый раз получал удовольствие, работая, делая свою любимую работу. Вот. А когда человек на работе поглощен своей работой, ему некогда подводить итоги. И я их ни сейчас, ни в ближайшем будущем подводить не собираюсь. Для меня гораздо важнее, если я, приходя на работу, понимаю, что моя работа сегодня нужна, мой труд воплощается в метр квадратный, который сегодня так необходимо людям. И это для меня сегодня самое главное. Моя работа – это и мои хобби, говорите вы. А чему вас научили годы работы в строительстве? Чему можно научить человека, который родился, живет и умирать будет в этом городе? Для меня город – это родной. Я слился с ним как единое целое. Земляки и жители города неразрывно со мной. И я понимаю только одно. Все, что я делаю, в первую очередь, должно быть полезно не мне, а окружающим, а уже потом мне. Поскольку это мое основное правило жизни. И я считаю, что это основное, что у меня в жизни. И профессия научила, и проживаю в своем родном городе сама жизнь. Вячеслав Васильевич, а сами почему в медицину пошли? Это была мечта или дело случая? Я могу сказать, что у меня отец был медиком, и он прошел войну в медсанбате фельдшером. Вот. И потом в Ржевском медучилище, где я в свое время жил длительное время, он был заведующим практикой. И он меня уже настраивал на то, что тебе нужна эта медицина, что это будет профессия. И тогда была возможность, ну и она и сейчас есть, после 8 класса тогда, теперь после 9, пойти сразу и получать одновременное образование и профессию. Я так и сделал. Это по настоянию отца. Не то, чтобы у меня с детства было там стремление к тому, что я вот хочу стать врачом и все. Нет. По настоянию отца, и я ничуть не жалею, благодарен ему до сих пор. Получил профессию, затем, ну, я с красным дипломом закончил и сразу же в институт, то есть я тут не задумывался уже. Уже после этого не задумывался. А свою первую операцию помните? Конечно. Конечно, первая операция у меня после 4 курса, когда я уже выбрал хирургию, когда у нас уже была, ну, еще не субординатура, но уже я ходил на дежурство там в Тверском институте, раньше Калининский медицинский институт. Ходил в хирургическое отделение, помогал, держал крючки, ассистировал. А когда пришел на эту практику, на первую больницу, я постоял с крючками. Это первое было, когда Иван Васильевич Потапешкин, наш первый заведующий отделением Ржевской больницы, который мне первый раз разрешил поприсутствовать официально. А в интернатуре, когда я туда же вернулся, это уже после 6 курса, он мне просто сказал, вот мы с ним вместе дежурили вдвоем, вот привезли там бабушку с аппендицитом, ну иди оперируй. И я пошел. Я первый сам, только с медсестрой, никакого ассистента. Анестезия была только такая вот местная, никаких других, ни анестезиолога, никого не было. Страшно, я говорю, Иван Васильевич, а он, если что, позовешь. И все, это вот как плавать научить. Бросили в воду, поплыл, и здесь так же. После этого я уже как-то более смело пошел, и вот интернатура, кстати, тоже один из вариантов, когда готовят врача именно на месте, в больнице. К сожалению, сейчас это изменили, сейчас вот ординатура, интернатура опять в вузах, опять это сухо, опять, ну, клиника это не совсем больница. «Воскресный день, с сестрой моей мы вышли со двора. Я поведу тебя в музей, сказала мне сестра. Как и когда началось ваше знакомство с миром музея?» Ну, я думаю, что в очень маленьком возрасте, потому что наша семья жила рядом с краеведческим музеем, и мы все время там с бабушкой ходили, и она возила на саночках в город за продуктами, и мы все время, так сказать, вот мимо музея
путешествовали. И я помню, ну, может быть, мне было года 3 или 4, бабушка везла меня на саночках, и вдруг подошла такая маленькая седая женщина, и она сказала: «О, это вот, значит, кто? Да, значит, моей бабушке, это ваша внучка, она вот похожа на вас». А, ну, они о чем-то поговорили, и я этот момент помню. И потом уже, когда я пришла работать в музей, Эстер Яковлевна, это была она, вот, директор краеведческого музея, она говорит: могла ли я думать тогда, много лет назад, с кем вот я встречусь. А в детстве, в юности, о чем мечтали, кем себя представляли? Ну, я любила литературу и хорошо писала сочинения, причем я всегда отклонялась, так сказать, от каких-то заданных стандартов, очень много фантазировала. И я себя видела как-то там в литературе, может быть, в филологии. Но вот, к сожалению, не сложилось. Я не прошла по конкурсу в университетный филологический факультет. И, ну, судьбе было угодно. Там надо было год готовиться еще к поступлению. И вот мама тогда, значит, говорит: ну вот давай поработай в музее, там тихо, тебе будет возможность позаниматься, почитать что-то. И я попала вот в 17 лет в краеведческий музей. Ну, в общем, музей либо он не отпускает тебя никогда, либо ты, ну, его просто не приемлешь, расстаешься с ним навсегда. Но, как правило, я даже смотрю по своим сотрудникам молодым, те, кто попадает в музей, вот, соприкасается с его атмосферой, они становятся его пленниками на всю оставшуюся жизнь. А когда сами всем этим загорелись, заболели, в приход в профессию было мечтой или делом случая? Ну, я бы больше сказал, наверное, случая. Сам я уроженец Рязанской области, мои родители – бригадиры-садоводы, и, наверное, мне было близко сельское хозяйство. Там совсем в детстве, ну, наверное, мне все-таки ближе было работать на земле. И не знал, там, трактористом ли я буду или там, закончу какое-то высшее учебное заведение, близкое к сельскому хозяйству. Но средний брат пошел учиться в институт легкой промышленности и много интересного порассказывал про студенческую жизнь. И вот я как-то этим загорелся и тоже пошел по его стопам. И, закончив обучение в этом вузе, был в советские годы распределен в город Егорьевск. Вот так. Да, и откровенно, так как я был инженер-экономист, мне на самом деле было немножко все равно идти на швейную или в фабрику, или на текстильный комбинат. Я где-то в справочнике нашел, что в городе Егорьевске есть обувная фабрика. Пришел, обратился, нужен ли я здесь. А выбирал, так как два моих родных брата были в Москве, а родители далеко за Рязанью, ну, просто по карте, чтобы было удобнее и недалеко от родителей, и недалеко от родных братьев. Вот, придя сюда, это было мое как бы первое рабочее место после института. Вот так по-прежнему тружусь здесь, чему очень рад. И вот уже 25 лет, как я здесь на обувной фабрике. А сами когда всем этим загорелись, заболели и поняли, что это ваше? Автоколонна? Да. Вы знаете, я не могу сказать, когда я заболел, загорелся. Я единственное помню, что в детстве, когда мать болела, отец работал, и у меня дядька крестный мой таксистом здесь работал, меня оставить еще до школы не с кем было, и он меня приводил в автоколонну, на такси с собой возил, в столовую меня кормил, потому что мать в больнице, они мужики, как-то не сготовят ничего. Вот. И помню, это я уже помню, я так думаю, лет, наверное, 6, мне, может быть, 7 было, когда стоянка такси была у гостиницы, ныне пенсионный фонд,
Меня сажали на крышу машины, это Победы были, ГАЗ-21. Таксисты сажали на крышу, и я орал: кто на Воскресенск, подходи быстрее. Поэтому я в автоколонии здесь, ну... Можно сказать, вырос. Да. А правда, что вы сюда зачастую и в выходные захаживаете, заезжаете? Ну, я бы не сказал, что зачастую. Я все выходные здесь. Режим, да, режим работы точно такой же. Ну, единственное, что в выходной я могу сюда там 8:30 подъехать. И можно сказать, ну, практически рабочий день здесь. Даже взять вот последнее воскресенье, хотел приехать пораньше, потому что внучке, мы с ней договорились делать игрушки на новогоднюю елку, купил блестящую фольгу, цветную бумагу, клей, ножницы, фломастеры. Вот, и она мне сказала: дед, ты пораньше приехай. Ладно, хорошо, приеду, тем более в этот день у меня у супруги день рождения был. Вот, купил цветы, подарок. Ну и где-то пораньше, 3:30, хотел отсюда уехать. Но поступил сигнал, что у нас дорожно-транспортное происшествие с двумя пострадавшими в Малаховке. Ну, в конечном итоге 20 минут первого ночи приехал. Вот вы в Егорьевске первый раз. И этот первый день заканчивается. Вы помните ваше впечатление? Это было в 1995 году, весной. Мы приехали сюда смотреть на площадку. Вот, впечатления были, скажем так, не самые положительные с точки зрения состояния этой площадки. Но что касается перспективности этого дела. Ну, тогдашняя наша задача была составить экспертное заключение о том, что насколько данный объект подходит для того, чтобы в нем создать фармацевтическое производство. И, ну, в этом смысле впечатления были весьма положительные, поскольку в отличие от многих площадок, которые мы смотрели до того, здесь как раз с инженерной точки зрения можно было себе представить создание фармпроизводства. А что касается общей обстановки, понятно, что за один день каких-то там очень ярких впечатлений получить невозможно. Ну, поняли, что это провинциальный российский городок, конечно, и было понятно и то, что подобных городов в этой стране находятся сотнями или, может быть, тысячами. А есть что-нибудь вот здесь, в России, к чему вы за годы работы не привыкли? Не хотите привыкать из принципа, но не принимаю я это, и все. Есть некоторые моменты, которые явно раздражают. Ну, они вытекают из повседневной жизни. Я очень тяжело перенесу те отношения, которые доминируют в сфере услуг. То есть когда удача любого заведения и судьба любого клиента зависит от прихоти персонала. То есть если тренировку в тренажерном зале преждевременно нужно закончить, поскольку у бабушки, которая сидит в гардеробе, отправляется автобус, и это перечеркивает режим работы заведения, я это с трудом принимаю к сведению. На фоне этого очень сильно разругались с данным заведением, больше я туда принципиально не хожу. Вот. Хотя пытались меня обратно туда завлечь, да, пытались объяснить, почему это сложно там, придерживаться к тому, что написано на двери. Ну, на мой взгляд, если работают до 10, то нужно работать до 10 и не до половины 10. И, конечно, я думаю, что всем понятно, что во многих местах это так. Это первое. Второе. Это нечто подобное, что касается официального делопроизводства. Я как
иностранец все-таки время от времени должен заниматься своим оформлением, и неизбежно, что где-то мне нужно в этом даже лично присутствовать. Меня до сих пор пугает та обстановка, которую я вижу в этих заведениях, поскольку, ну, мягко говоря, они выглядят не очень симпатично. А что еще хуже, что там тоже персонал ведет себя так, будто бы клиентов отдали им как-то на откуп. Получайте набор клиентов, с ним сделайте, что хотите, и извлекайте столько удовольствий из этого, сколько вам положено. Ну, я предполагаю, что для людей определенного настроя это подходит, и как раз это есть вознаграждение. Но участвовать в этом процессе в качестве клиента, конечно, очень-очень мало приятно. Поэтому, ну, стараюсь действовать, как все остальные. Может быть, иногда даже злоупотребляю служебным своим положением. Понятно, что к любому делопроизводству нужно найти соответствующего посредника. Если идешь просто с улицы, все равно первая попытка ни к чему не приведет. Вот, поэтому любую подобную встречу нужно подготовить, нужно иметь соответствующего человека, который открывает дверь, скажем так. И, как ни удивительно, в таком случае отношения совершенно другие, и чиновники становятся более предрасположенными, они объясняют как следует, и таким образом отношения образуются уже более приемлемыми. А помните ваши первые впечатления? Угу. Что вас зацепило, угу, тогда больше всего? Угу. И помню очень хорошо первый день, когда приезжал в Егорьевск. Это был визит, который никак не должен был превратиться в мое постоянное здесь нахождение. Это была зима, ноябрь 2002 года. Одна из более тяжелых здесь, минус 15, минус 20. И я помню, а это были 2-3 недели после того, когда я приехал в Россию, что мысли мои были такие, что ни за что и никогда я здесь бы не хотел жить и работать. Но, тем не менее, сегодня я очень рад, что после разговора с президентом нашей компании, господином Юзефовичем, я вышел из его кабинета абсолютно с другим взглядом и очень благодарен ему за то, что не оказался, как планировал, в Москве, а именно здесь, потому что мой внутренний мир, он соответствует именно такой среде, а не так масштабному мегаполису, как Москва. Я не люблю ждать. Пробки — это не для меня. Не люблю особо торопиться. А имею представление, что там или ждешь, или торопишься. Я очень люблю природу. Там ее совсем нету, а здесь я, выходя из подъезда, через 500 метров начинаю бегать в лесу. Я здесь имею хороший контакт с людьми, я знаю людей, а там ты чувствуешь себя очень анонимным. Поэтому, несмотря на мое первое впечатление в день, когда я впервые оказался в Егорьевске, я очень ценю себе тот факт, что нахожусь здесь. А правда, что с некоторых пор вы говорите «у нас в Егорьевске»?
у нас в Егорьевске, у меня в Егорьевске, конечно, я говорю, еще возвращаюсь в Егорьевск, когда приезжаю откуда-то. Безусловно, я и это не элемент искусственного пиара, только я, безусловно, чувствую себя жителем Егорьевска, патриотом Егорьевска. Жалею, что иногда факт моего иностранного гражданства мешает мне еще более активно участвовать в жизни нашего города. А есть то, к чему здесь, в Егорьевске, вы так и не привыкли или не хотите привыкать из принципа? Ну, не принимаю я это, и все. Угу. Так, я рад, что не ко всему готов привыкать. И может, это будет так очень просто, но и это не касается Егорьевска, а все-таки России. Я очень не привык и не привыкну к предоплате. И это касается, конечно, и бизнесовых отношений, но это касается каждого из нас. Не могу привыкнуть к тому, что сначала надо оплатить, а потом заправить машину. Кстати, первый раз в Егорьевске, когда заправлял машину, поругался, извиняюсь, с девушкой. Но я просто не понимал, что она от меня хочет, я же еще машину не заправил. Не понимаю того, что надо сначала заплатить за телефон, а потом только разговаривать. А в таких уже отношениях бизнесовых это фактор, который отталкивает меня от совершения сделки. Но не привыкну и все. Кстати, вы обратили внимание, отец Никодим, что на всех языках мира самые важные слова краткие. Да, Бог, любовь. Их очень любят, их произносят охотно. Я бы сказала, что ими иногда разбрасываются. Но есть одно слово, которое многие не любят. Это слово «нет». Вам оно трудно дается? Нет, не трудно. Вы знаете, очень много было одно время споров и вопросов. Существует ли ложь во спасение? И как-то однажды мне рассказали такую притчу, как сына вели на казнь, вы, наверное, знаете об этом, и мать сказала, что ты не переживай, в последний момент я договорилась, палач уберет топор, и ты будешь спасен. И в итоге его заводят на плаху, отрубают ему голову, и потом свидетели у матери спрашивают, зачем ты так сказала? Она говорит, это ложь во спасение, я хотела облегчить страдания. А вот возвращаясь к вопросу о том, да или нет, мы иногда от какой-то трусости, просто элементарной трусости, боимся сказать «нет», когда надо сказать «нет». Это «нет» даст возможность человеку к чему-то подготовиться, осознать какой-то жизненный вопрос. Ведь, согласитесь, все, что нам в жизни дается Богом, все, что мы встречаем на жизненном пути, это уроки, из которых мы должны извлекать все полезное. Мы должны переосмыслять все. И когда мы говорим «да», подразумевая «нет», то на самом деле мы обманываем не только человека, мы обманываем себя. Поэтому, когда меня что-то спрашивают, и я знаю, что я не могу сделать, я говорю «нет». Я вам приведу одну притчу из Евангелия, очень показательную, очень хорошую. Ее Христос рассказал своим ученикам. У отца было два сына. И он утром сказал, когда они там проснулись, он им говорит, пойдемте работать на виноградник.
помогите мне. И один сын говорит, да, конечно, я иду с тобой. А другой сказал, нет, мне неохота. И в итоге тот, кто сказал, да, я иду с тобой, не пришел. А тот, кто сказал нет, передумал и в итоге пришел. И Господь эту притчу говорит, как бы оправдывая того человека, который сначала изначально говорит нет, ну, чувствуя, может быть, какие-то в себе нехватку сил каких-то элементарных, да, или еще что-то, и потом приходит. И вот он показывает, что лучше сказать нет и потом сделать, чем сказать да, то есть обнадежить человека, когда на тебя надеются, когда как бы на тебя рассчитывают, и в итоге получается, что нет. Поэтому я считаю, что эти элементарные вопросы, о которых вы говорите, что они звучат кратко на всех языках, они имеют очень глубокий смысл в жизни. А какой совет вы бы дали себе 17-летнему? Вопрос, конечно, тяжелый. Но я не думаю, что как раз в том возрасте я совершил какие-то такие глупости, от которых я бы сегодня уже себя, скажем так, отсоветовал. Вот. Поэтому я бы смог давать советы только такого общего характера, что нужно верить в то, что первые намерения, первичные интуиции, они правильные. У меня все-таки было несколько таких ситуаций в жизни, когда не слушался первым интуициям, а потом все равно к ним вернулся. Поэтому нужно в это смело верить. Если что-то советовать, конечно, по возможности нужно себя ограничивать и не злоупотреблять тем наградил природа, допустим, и ну, такие общие вещи. Я думаю, что советы не особо в 17-летнем возрасте нужны. Если что-то советовать там 27-37, может быть, я бы добавил более дельные вещи. Вот идет футбольный матч. Я точно знаю, что скамейка запасных не про вас. Тогда какая роль вам ближе? Защитника, нападающего, вратаря, капитана сборной или, быть может, сурового арбитра? Я все-таки по натуре остался лидером и нападающим. Играл нападающим, много забивал, потому что бью справа и слева, как говорится, двуногий, да. И мне все равно было, я играл и в центре, и справа, и слева, много забивал. И вот роль нападающего. И сегодня, когда я выхожу, даже играя со внуками, играю все-таки впереди. Мартин, а есть какой-то вопрос, который вы ожидали от меня услышать или были готовы на него ответить, а он не прозвучал, потому что я просто не догадалась его задать? Ваши вопросы были фантастические. Обычно мне приходится очень много рассказывать про компанию, про работу, и это естественно. Но сегодня настолько личного было в нашем разговоре, что я бы, скорее всего, ничего не добавил.